Главная интрига международного фестиваля православных песнопений «Калужский благовест» стала церемония награждения победителей, на которой традиционно был объявлен обладатель гран-при. По решению жюри, главный приз фестиваля завоевал студенческий хор Белорусской государственной академии музыки под управлением Инессы Михайловны Бодяка. Подводя итоги работы фестиваля, архиепископ Гродненский Волковыский Артемий напомнил, что Калужский благовест не случайно проводится в феврале, когда мы празднуем Встретение Господне. Для спасения нашей жизни Бог приходит к нам с вами. И Он идет к нам, чтобы мы вышли к Нему навстречу. Бог к нам пришел, но на Его призыв мы должны ответить сами, и каждый должен ответить лично. У святых отцов даже есть изречение, что церковное песнопение – это как бы тогенная память, которая осталась у людей от пребывания в раю. И вот мы сейчас, наш фестиваль, 14-й международный православный песнопений, он тоже, так сказать, служил вот этой цели – помочь нам встретиться с Богом. Особые слова благодарности архипастырь адресовал представителям областной власти, оказавшим значимую поддержку в организации проведения фестиваля. Такие фестивали, как наш, это яркий луч света в нашей повседневной жизни. Это возможность приобщиться как взрослому поколению, так и молодежи к духовному, к своим корням, к своей сущности. В нынешнем году Калужский благовест расширил свою географию. Участие в фестивале приняли около 40 светских и церковных коллективов. Из Беларуси, России, Польши, Литвы, Румынии впервые приехали участники из Грузии и Молдовы. Кроме того, нынешний фестиваль стал самым продолжительным за всю историю его проведения. Были прекрасные концерты вечерние, были, как всегда, научные презентации, были просмотры фильмов, были вечера духовной поэзии и авторской песни. И тем не менее, самые яркие акценты, наверное, все-таки это фестиваль православных песнопений, прозвучали в кафедральном Свято-Покровском соборе города Гродно. Информационный портал «Собор.бай» для телеканала «Союз». Материал подготовлен при поддержке компании «ШТМ+.»